важные для нас эмоции и пожелать фестивалю удачи в его дальнейшем развитии. Очень сильно удивлен, что я долетел все-таки до такой крайней точки нашей необъятной родины. И на самом деле рад этому очень сильно, потому что теперь ты понимаешь масштабы. Масштабы своим собственным телом, прилетевшим 9-часовой, да, 9-часовой перелет, да. Вот. А поскольку я человек, крайне боящийся летать, ну, считать, что это подвиг. Вот. Сильно именно смотреть вместе, и потому что жюри — это все-таки субъективное некое мнение в любом случае, потому что все равно мы люди. Но тем не менее, просто разделить с вами эти просмотры и просто иметь отношение к этому празднику и к этому фестивалю, ну, для меня огромная честь. И я надеюсь, что вести вот зал будет такой же полный на каждом просмотре. Желаю всем приятного времени, это неделя, которая будет впереди, и хороших просмотров, полных залов, в общем, приятных эмоций. Спасибо. Для меня лично за период, вот уже 6-й год я приезжаю на Чукотку. Чукотка стала не, ну, ассоциируется у меня с родным местом, я не могу себя отделить от нее, зрителей я уже многих знаю, и это родные люди, и родная земля, и родной, ну, как бы родное место. Золотой ворон бежит. Золотой ворон. Сцена 5, квадратный дубль 1. Делает она вот так. Юбилейный арктический международный фестиваль «Золотой ворон» считаем открытым. Поздравляю всех нас!